Всем привет! Ну что, сегодня будет у нас обзорчик вот такой вот тушеночки кусковой с курицы. С курицы семейный бюджет стоит это у нас тушеночка. Сейчас я вам скажу сколько. 59,90 вот ее цена. Так что сейчас откроем и посмотрим. Так, для начала посмотрим срок ее 08.07.22 произведено. Ну, срок хранения у нее, естественно, еще не истек. Так, написано, что здесь консервы растительно-мясные, тушенка кусковая с курицей. Консервы кусковые, стерилизованные, состав белок соевый, текстурированный, вода питьевая, курица, морковь, лук репчатый, соль пищевая, стабилизаторы, специи, лавровый лист. Вот, 340 граммов. И изготовитель у нас, так, Москва, поселение Маршукинское, деревня Крекшино, терминальный проезд, строение 3, этаж 2, комната 64. А, вот, подождите. Еще второй адрес. Производство. А, вот адрес производства. Россия, Орловская область, город Мценск, улица Промышленная, дом 2А. Так, ну что, будем вот такую вот бюджетную тушеночку сейчас куриную тестировать. Открыл. Ну и что мы видим? Вот здесь такая вот субстанция, да? Ну, пахнет курицей. Сейчас я ее в тарелочку выложу отсюда. Так, ну что, вытряхиваем в тарелочку. Вылезет она. Ох, как хорошо вышло, смотрите. Ну, тут желешко есть какое-то, там ничего не осталось. Ну, сейчас мы посмотрим. Посмотрим. Так. Вот такая вот субстанция. Биомасса. Ну, в принципе, пахнет приятно. Отталкивающего ничего нет. Сейчас затестим. Тестим. Берем ложку. Ну и вот какой-нибудь тут кусочек. Вот такой вот, к примеру, сейчас попытаемся съесть. Смотрите, наблюдаю вот такие вот кости. Внутри. Вот такие вот кости, причем их довольно много. То есть курицу прямо перерубили вместе с костями. Смотрите, ну белок, вот он, четко, соевый белок, вот четко виден. Вот эта тушенка ценой, ну, 60 рублей, без 10 копеек, да, вот. Явно белок соевый. Ну, наполнение куриное есть, но когда пробуешь, ну, это вообще как губка, вот она вот так вот, смотрите, губчатая масса такая, четко выраженный белок соевый, вот кусками, в курице, с костями, вот тут можно, смотрите, вот. Давайте затестим, что это такое. Да, мы тут видим такие мелкие косточки. Не знаю, это что у него. Лапы, что ли. Ну, короче, не знаю, можно вот этой тушенкой вполне подавиться. Если кость у вас куда-нибудь не в то горло заскочит. Как бы, да, то есть она перерублена вместе с костями. Курица. Представляете, да? Надо есть очень осторожно. Вот я уже покушал, вот сколько костяшек здесь навыбирал. Это я еще только начал.
Так что вот я не знаю, куда-нибудь ее положишь, допустим, в макарошки или куда, и будет у вас вот с косточками. Так что надо есть осторожно. Ну, цена, конечно, что-то дорогая. Что-то она дорогая для такой тушенки. 60 рублей. 30 рублей от силы.